Дело в том, что на Дольменах присутствует такая природа, такая атмосфера, такая сила, которая просто для человека, который живет в урбанизации, в городских условиях, она не прочувствуется в жизни. Вот мы вчера разговаривали с человеком, насколько вот просто ходить босиком по земле, просто общаться с людьми, которые вот здесь рядом, которые все, здесь открывается прям вот нижний энергетический центр, он взрывается прям. То есть он настолько прочувствуется, ты сразу же осознаешь свою природу, свою связь с человеком, связь с землей, связь с планетой. Сразу же хочется творить, и сразу же бережное отношение приходит, сразу же приходит такая мягкость, как к матушке отношение к этой земле. Вот. И в то же время появляется сила от земли, как от матушки. Матушка обняла, и ты спокойно с благословением идешь дальше. Вот. Точно так же и вот в этом месте, непосредственно в этом месте, в районе Дольменов, вот прям слышно эту силу, чувствуется эту силу, видится эта сила. Пробуждаются и мужские инстинкты, как человека, который, как сына, который должен заботиться о матери, как мужа, который должен заботиться о жене, вот, как отца, который заботится о своих детях. Точно так же пробуждается сила и у женщин. Женщины просто вот ходят, их видно сразу, что это женщины. Вот, это никто никуда не спешит, это все размеренно, и все дарят добро.